На льду арены «Пересвет» прошел хоккейный турнир «Прорыв» в памяти Сергея Наильевича Гимаева среди команд 2011 года рождения. 12 клубов из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и других городов были разделены на две группы и играли между собой в течение 3 дней, а в четвертой провели матчи на вылет. Благодаря турнирам дети набираются опыта и реально становятся лучше. Ну и, конечно, тренировки нужны. В детском спорте должно быть турниров побольше, потому что детям это дает энергию. Они все ждут турниры. Для них это как великая победа. Они ждут от турнира к турниру, они живут. В финале турнира встретились ЦСКА-1 и хоккейный клуб «Витязь». С разгромным счетом 12-2 победу одержали воспитанники школы ЦСКА, которую на протяжении 15 лет возглавлял Сергей Наильевич Гимаев. Награждала хоккеистов супруга Сергея Наильевича Наталья Гимаева. Кому посвящаешь сегодняшнюю победу? Своим тренерам. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Тренером. Почему тренером? Потому что мне нравится хоккей, я буду обучаться каждому моменту хоккея. Кто тебе дает больше всего советов по игре? Мой тренер. Самое главное – это Максим Затинович. Победа на турнире – это результат упорного труда в первую очередь тренера. Его основная задача – найти правильный подход к каждому ребенку. Насколько сложно найти общий язык с детьми? Ну, вы знаете, мне кажется, ничего такого сложного нету. Хотя каждый человек, а тем более ребенок, это же индивидуальность. И когда их начинаешь ближе-ближе узнавать, легче и легче становится работать. Тренер, он как и отец, как и мама, как и бабушка, и дедушка. Ну все в одном лице. Особенно, когда выезжаем на турниры, особенно, когда игры, тренировки. Они же предоставлены только тренеру. И это самый близкий человек для них, именно когда они в хоккейной форме. Я благодарность вижу в глазах, мне в принципе слов не нужно. Мне радостно, когда они счастливы, когда побеждают.